Опасный штрафной. Штрафной. Ворота Рота назначен, ну, судя по табло, за 6 минут до перерыва. Смотрите, какая стенка перед мячом. Но пока это не стенка. Вот он, судья. Главный герой этого матча. В воротах наш непробиваемый Денис Пчелинцев. Трибуны полупустые, скандируют Пчелинцев. Ну что, Химия будет разыгрывать или прямым ударом? Есть у них мастер стандартов? Не оказалось. Повторный удар и все туда же. Стенка. Думаю, что этот эпизод уже отыгран. Другие эпизоды нас не интересуют.